Омикрон станет доминирующим штаммом в Молдове и Приднестровье уже через неделю. Об этом ТСВ рассказала молдавский эксперт Алла Токарчук. 16 случаев омикрона обнаружили накануне в Молдове. Один из них у приднестровца. Для тестирования выбрали 100 с лишним проб, но по факту для анализа на новый штамм подошли только 28 проб. Получается, омикрон нашли в более чем половине случаев. Можно говорить, что вот в этой выборке омикрон был доминирующим штаммом. Ровно за 7 дней в Соединенных Штатах, вот в такой большой стране, где много секвенируется, где есть возможность это все отслеживать, омикрон стал доминирующим штаммом. Поэтому, как бы, если экстраполировать это на Молдову, я думаю, что да. По словам Аллы Токарчук, омикрон в 3 раза заразнее дельта-штамма. Носитель прежнего штамма мог заразить одного человека за 5 секунд. Омикроном, согласно последним исследованиям, за это же время заразятся 3. И в этом эксперты видят наибольшую опасность нового штамма. Он распространяется быстрее, чем другие типы коронавируса, поражая чаще непривитых, молодых людей и детей. Медики по-прежнему призывают всех вакцинироваться, чтобы снизить темпы заражения новым штаммом.